дядя. Самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых. У нас ведь новый сосед. А кто он? Добрый мой приятель. Видно, что привык жить на широкую ногу. Никого не принимает у себя. Должно быть, он образован. Он не глуп. Я завидую его молодости. Его легкости. Онегин! Евгений! В тот момент, когда становишься легким для всех, делается безмерно тоскливо. Вы решили остаться? Не боитесь заскучать? А есть от чего? Владимир Ленский. Евгений Онегин. Будем считать, что наше знакомство состоялось. Это Ларина, довольно милая дама. А дочери? И которая из них занимает твои мысли? Младшая. Я выбрал бы другую. Евгений Онегин. Татьяна. Она с самого детства живет в своих фантазиях. Может быть, она влюблена? Татьяна вечно сидит по углам с книгой, как будто бы ее весь свет расстроил. Похоже, юный жар его сменился юным бредом. Смейся, смейся. Да и я над тобой посмеюсь. Должно случиться что-то нехорошее. Наш общий знакомец изволит стреляться со мной. Вам не следовало смеяться над чувствами. Я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей воле меня презрением наказать. Привычка — великий дар. Заменяет счастье. Я люблю вас. Всем сердцем. Я знаю. Век уж мой измерен. Но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. С героем моего романа без предисловий, сей же час. Позвольте познакомить вас.